Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с биографией актрис, актеров и рассматривать их фотографии. Эстер Ралстон, урожденная Эстер Луиза Уорд, была американской звездой немого кино. Ее самой известной звуковой картиной был фильм «До последнего человека» в 1933 году. Я пользуюсь Википедией. Ралстон родилась Эстер Луиза Уорд в Бар-Харборе, штат Мэн. Одна из пяти братьев и сестер. Была старшей сестрой актера Говарда Ралстона, который снялся в 9 фильмах в период с 1920 по 1924 год. Начала свою карьеру детской актрисы в семейном водевиле, который был объявлен как «Семья Ралстонов» с малышкой Эстер, младшей Джульеттой Америки. Исходя из этого, она снялась в нескольких небольших ролях в немом кино, включая роль вместе со своим братом в экранизации «Гекльберри Финна» 1920 года. Позже Ралстон привлекла внимание в роли мисс Дарлинг в экранизации Питера Пэна в 1924 году. В конце 1920-х она снялась во многих фильмах для Paramount. В какой-то момент зарабатывает до 8000 долларов в неделю и завоевав большую популярность, особенно в Соединенном Королевстве. Она появлялась в основном в комедиях, обычно с указанием своего имени над названием, часто изображая энергичных светских девушек. Получала хорошие отзывы за картины. На радио Ралстон сыграла Кэти Марш в «Порция сталкивается с жизнью» и Маршали Хэтноу в «Наше девичье воскресенье». Несмотря на успешный переход к звуковым фильмам в середине 1930-х годов, она в основном была переведена на роли второго плана. Ее последняя главная роль была в фильме «До последнего человека» 1933 года режиссера Генри Хэтуэя. Ралстон снялась в своем последнем фильме «Аллея жестяных сковородок» в 1940 году и решила уйти из кино. Продолжала работать на сцене и радио на протяжении 1940-х годов, в том числе была ведущей в сериале «Женщина мужества». Вернулась на экран в начале 1950-х. В 1962-м у нее была главная роль в драме «Наши пять дочерей», ее последняя роль на экране. Все пять актрис, игравшие ее дочерей, напоминали Ралстон в период ее расцвета. Была три раза замужем. 14 января 1994 года умерла от сердечного приступа в возрасте 91 года в своем доме в Калифорнии. За свой вклад в кино получила звезду на Голливудской аллее славы. Ну вот так вкратце из Википедии о Эстер Ралстон, звезде немого кино. Пока-пока, до свидания, смотрим фотографии.